Требуется помощь 4-летнему жителю поселка Биокомбината Руслану Басову. Мальчик имеет множественные деформации опорно-двигательного аппарата, стеноз, гортани, вследствие чего малыш дышит с помощью специальной трубки – трахеостомы. Для обследования верхних дыхательных путей и излечения трахеостомы Руслану необходима операция в Израиле. Деньги с помощью благотворительной организации «Русфонд» и «Первый канал» на операцию уже собраны. Однако еще нужны средства на пребывание мальчика с бабушкой в Израиле. А это примерно еще 300 тысяч рублей. Телефон для связи с бабушкой Галиной Георгиевной Басовой 8-926-832-62-16. Сбор средств начат в соцсетях. Группу помощи ВКонтакте вы видите на своих экранах. Также ящик для пожертвований установлен в церковной лавке Никола Берлюковского монастыря.